учебного года во всех школах Камчатского края каждый понедельник будет начинаться с занятия разговора о важном. Основные темы связаны с ключевыми аспектами жизни современного человека Внеурочные занятия, посвященные России, ее прошлому, будущему и настоящему, введены во всех классах российских школ с 1 по 11 классы, а также для учащихся СПО и станут частью информационной и воспитательной работы, направленной на развитие и укрепление патриотизма. Разговоры о важном будут вести классные руководители. Это может быть дискуссия после просмотра тематического фильма, квиз или общение с приглашенным экспер экспертом.